Предъявите документы. В городе проходит традиционная профилактическая акция «Автобус». Сотрудники госавтоинспекции ежедневно выходят в рейд с целью проверки документов, а также выявления фактов нарушения технического состояния транспортных средств. Говорю, метан или пропан? Еще раз. А в документах СНГ стоит пропан. С начала проведения этой акции, стартовавшей 27 июля, сотрудники ГИБДД выявили 132 нарушения водителями, осуществляющими пассажирские перевозки. Основными видами нарушения у нас является внесение изменений в конструкцию транспортного средства, как таковое. Также в часы пик у нас основным видом нарушения является перевозка пассажиров с нарушениями, то есть, соответственно, количество пассажиров больше, чем количество сидячих мест, установленных в транспортном средстве. На устранение технических неисправностей транспортного средства водителю дается 10 суток. За неисполнение предписаний водителю грозит штраф, а владельцу пассажирского автобуса еще аннулирование регистрации транспортного средства.